Когда для нее уже есть созрение условия.
То есть вот вы напишите, когда книгу, уже вы думаете, будет вас. Бог ушел, или у вас деньги появятся, или вам дадут, или издатель скажет, печатаем молодых авторов, вас живут не печатают, молодых печатают и так далее. Или там будет у вас кусок какой-то, у нас конференции проходит, в том числе и философский, ну, может, что-нибудь замечать. Вы надо будет симпозиум, Маркс и Маркс, Вернадский и философские стратегии. Ну, там где философские, там где исторические. То есть если кто-то готовит какую-то статью о том, как, какую роль играет, там, скажем, марксизм в современном мире, и для выработки современных решений, пожалуйста, или с учетом теории Вернадского, а в новосфере хотя бы человечной природы, да? Пожалуйста, давайте, мы возьмем, отпечатаем. И будет у вас печатная работа. У нас наша факультета в Акусе. Я сам на историческом факультете не раз печатался, в том числе в трудах исторического факультета. У нас же здание одно, не случайно на одно здание комиссии. Для исторического учреждения специально. Ну вот. Значит, первое – это производство человека. Людей надо рожать и воспитывать. Это первое условие человеческого существования. И от этого абстрагироваться нельзя. Это является определяющим. Пока было слабое производство, мы играли в благо. На первом месте стояло производство человека. Производство человека. То есть все вопросы, связанные с производством человека, были определяющими, решающими. А потом кровно-родственные отношения тоже играли значительную роль. Уже когда на первое место вышло производство материальных благ, начиная с того владения. Скажем, все вопросы передачи власти, царской, королевской, решались по какому принципу? Чтобы умнее меня, или глупее меня, или вы просто родственник царя какого-нибудь, неважно, что это, лучше другого. Поэтому, скажем, наши цари это всегда выходцы были из таких целей. Начиная после Петровских времен, начиная, вот все, значит, какие-то родственники тех или иных германских царственных особ. Поэтому там не слишком много были. Ну и самая русская царица была Екатерина Немца. Правильно? Она действительно была русская, была как царица, все, скажем, наши родные русские царицы. Причем люди, которые попавшие на престол, понимали, они в какое государство попали, и вели себя как русские люди в самом широком смысле слова. Ну а потом вопрос о кровно-родственных отношениях будет объясняться в эти дни, вроде бы, да, сейчас. На выборах, сейчас он будет кандидат, и президент, и потом будет голосовать. А вот скажите, пожалуйста, а экономическая власть как сейчас появляется? Ну, смотрите, по наследству. По наследству. По наследству. Вот есть миллиардер Ленин, у него есть 17 миллиардов долларов. Он умер, деньги. Он умер, деньги все эти, все. А вы будут спрашивать, он способный, у него сыновник или дочь, не способный, могут организовать или не могут. Сегодня это вообще не важно. Если у меня много денег, и я имею 17 миллиардов, я, а вы хороший организатор, а я сынок этого самого миллиардера, я с вами заключаю такой договор. Вам сколько надо в месяц платить? Много. Ну сколько у вас много? Ну 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов? Ну нормально. 300 тысяч долларов. Значит, вот вы будете получать 300 тысяч долларов, а у меня должна быть прибыль 15%. Каждый месяц. Вот, я проверяю, а вы мне должны докладывать. В общем-то, вы прислали мне электронную почту и там, чтобы я видел, что прибыль доставила не менее 15%. Как только она будет 14,5, считайте, что вы уволены. Все, и я в вашу работу не вникаю. Вот вы свои 30 долларов получаете и получаете. А у меня, значит, идет постоянный рост. Тот у меня уже не 17 миллиардов. 15 миллиардов и так далее. Как только у вас
Надо мне разбираться в этой там. Ну да, мне надо разбираться в том, здесь ли это менеджер ВОСП, стоп-менеджер, он должен, это все будет так. То есть сегодняшний уровень экономики таков, что люди, собственники, они вообще никакой функции не выполняют по позиции, вообще никакой. Это не те капиталисты, как вот Форд, например. Он же там инженер, он изобретатель, у нас думал, как улучшить условия труда, как зарплату повысить, как сделать дешевый автомобиль, чтобы не для капиталистов богатых делать, а для всех, как говорится, можно применить наше физическое совершенствование. А сейчас ничего не надо. Ничего не надо. Я поехал, там все, что я здесь тут. В эту погоду я тут буду в Петербурге вашем сети, да, я поехал, вообще на море, там на восток. Море вот, у меня там дворец, а вы меня будете слать. И все. Как только у вас я уволю, собственно, вы сами себя уволите в своей работе, как вы понимаете. Так вот там, товарищи, живет, а вам сколько надо в месяц? Вот два курса. Ну, видите, сколько у меня уже трое у меня кандидатов. Все хотят, а вам сколько надо сделать? На топ-менеджера. Сколько вам месяц надо? Все, она не знает. Не беру. Не беру. Вы сколько хотите? 1080. 380, да? 8. 8? Я же не разговариваю, я получаю 300 тысяч долларов по кредиту, получал. И вы хотите откатиться туда так. А что я буду делать? Да, она не хочет работать, как ты. Да. Вы знаете, сколько сегодня получает через управление Роснефть? Пример. 5 долларов. Замечательно, по-вашему 5, а по их нему 24 миллиона. Месяц. Поехали. А существует получает медики ОРД. А Газпром, член управления, получает. Сколько? 15 миллионов в месяц. Ну, а это что это? Добрый. Зачем мешать эту управляющую? Короче говоря, наступило такое развитие экономики, когда, если я собственник, то мне вообще ничего можно не знать. Я ничего этого не собираюсь узнавать. А деньги есть. То есть экономическая власть передается по кровно родственному признаку повсеместно во всей России и не только во всей России, во всем капиталистическом мире. Только в социалистическом мире, там рыбок, там только расход. Да, вот смотрите, в Северной Корее. И БРСН, Кимчен, и это родимые пятна капитализма. И такое не дано капитализм. Что, вы не найдете, чтобы было обязательно не родственник? Такого не будет. Или страна такая маленькая? У нас тоже Россия одно время была маленькая, потому что два министра были мужики. Ну потом как-то от этого избавились. Уже не такая маленькая. Ну, а вот как экономическая власть превратить политически? Это же очень просто. Вам расскажите? Пожалуйста. Вы будете выйти в банк. Венером. Да. Я вам покажу. Как пожалуйста. Генерал Андреевич. Геннадий Ильич, вот люблю я вашу партию. Люблю. Сам я никакой экономист, но люблю вашу. Нравится мне ваша программа, ваши субъекты смотрю. Могу я вашей партии помочь на выборах? Ну, я, конечно же, согласен. Согласитесь, я тоже думаю, это хорошо. Ну вот сколько стоит? Я хочу, сколько вам дать денег, чтобы это можно было провести 10 кандидатов в депутатах? Я представляю, там ему думал, ну не 2-3 миллиона долларов. Я правильно посчитал. Ну, 10 на 3, ну 30 миллионов долларов я убрал. Ну и вот и просто от чистого сердца. Причем я как вам буду давать? Очень просто, вы открываете. Счет. Да, я забираю счет,
нет недостатка капитала, поэтому никаких претензий со стороны дохода не будет, и вам все это 30 миллионов долларов перед рубля. Ну, маленькая просьба есть. Вот среди этих 10 хотелось бы отсутствовать. Ну, просто вот, как у нас такая, чтобы любовь была взаимная. Я вас люблю, вы меня уважаете, вы уважаете так. И вы посоветуете со своими, я не настаиваю. И вы пошли поговорили, там человек хочет за 30 миллионов долларов. Будем его брать, не будем. Надо брать деньги. Надо брать. Это же компромисс. Я вот без компромисса, у Ленина написано, все обосное. И... А дальше проще. Вот все партии, которые в Думе, они получают за один голос на выборах. Далее полученный голос. 152 миллиона проголосовало, 152 миллиона рублей. Так что, знаешь, мы это проще. То есть я конвертировал, откуда именно деньги, это вас тут не касается, правда? Это мы просто, я забыл, как сейчас говорят. Хотя известно, что оттуда правильно, и не ждет палат каменных. Но обычно говорят, заработать, а получить можно. Заработать нельзя, конечно, заработать надо. А получить, и все время можно получать. В этом смысл капиталистического производства, капиталистической эксплуатации. Ну вот я конвертировал эту экономическую, у нас политическую. Все сидят в доме, все мои. За что надо мне двое голосов? Вот я требую, чтобы сделали ключевую ставку. Меньше, чем США. Там от 0,5 до 0,5%. Вот недавно письмо президенту написал, даже может быть интересно посмотреть на приведите на сайт фонда рабочих академий. Я там рассказываю, какие я ответы получил за это письмо. Сначала от администрации президента, потом от Министерства правосудия и торговли, от Академии наук и от Министерства экономического развития имени УЭФА. Вот вас я его и разбираю. Сори нам возражает. Ну вот. Поэтому, если вам там сидят такие люди, которые, соответственно, пробованы, вы не уверены, что мы такие наивные, что они будут делать то, что надо для России. Они постоянно. Они это делают. Центробанк уже советник президента товарищ Белавин говорит, работает в интересах иностранных государств. В докладе Совета Безопасности под названием «Об отражении угроз существования России». О неотложных мерах по отражению угроз существования России. И факт ни в чем не было, продолжает 10. А еще коммерческий банк на 11, 17. А прибыль, норма прибыли, ну, если будет 5, это хорошо. То есть я вот это не смогу. А раз я не смогу вот это возьму, я разрочусь. Кому плохо, если я разрочусь? Хотите привезти в эксперимент? Мне каждый дает по 1000. Теперь еще раз принесите, пожалуйста, по 1000. Я вот говорю, только в долг. Конечно, в долг. Что эти деньги не вернутся. Нам тем, кто дал деньги. Нет, ну не забивайте меня. Договаривайте, несите сюда, завтра я их заберу. И... А на следующем занятии все будет только. Я вот хотел все отдать, но... по банкротности. У нас есть банкротство 24 тысячи. Есть 60 тысяч рублей стоит. Чтобы у меня оформили все, я ничего делать не буду, а буду ходить, делать юристы, и оформить все. И вы придете, а юрист придет вместо меня сюда. Придете, сегодня Михаил Васильевич Чебюкин, он просил зачитать. Большую благодарность всем, кто оказал помощь, но поскольку он обанкротился, мы выражаем печаль и вам советуем, вас просим тоже выразить озабоченность и печаль в связи с тем, кто нас обанкротился. То есть деньги взяли, деньги. И это все современное поступление и современное право. Так вот. Поэтому думаю, что речь идет только об экономической власти нельзя. Поэтому кроме родственное отношение и сейчас играет очень большую роль. Очень большую роль. Но все равно на первом месте, начиная с его владения, вышло, на первое место вышло, производство материальное. Оно является решающим. Поэтому
не зачеркиваем кстати, вторую сторону, а все это вместе берем. Производство, воспроизводство непосредственной жизни. Поэтому корни всех общественных явлений и всех исторических процессов надо искать материально. А как же там конкретно искать? Ну что ж, я буду ходить по цеху искать эти корни, где они там валяются? Но тут нам помогли только Маркс и Энгельс, они сказали, надо искать корни этих в интересах класса. А кто класс открыл? Французский бурократный историк. Вот, французский бурократный историк. То есть это не такой процесс, что какие-то два человека взялись и все на открывали. А для них еще французский бурократный историк и Еремия и Гидро открыли теорию классов, такие экономисты известны, как Адам Смит Переказа, еще раскрыли экономическую анатомию класса. Поэтому, значит, для того, чтобы... Что значит обратиться к экономики. А узнать, какие есть большие классы в экономике. А классы это что такое? Это группа людей, большие, отличающиеся по положению в производстве. Это самое краткое и самое общее определение класса. Вот если я хочу узнать, какой этой группе что выгодно, я должен взять положение в производстве. Вот я хочу узнать, например, что выгодно продавцу. Я должен спрашивать у продавца, что ему выгодно. Интересно, что ставить продавать надо? Не надо. Что не знает, что выгодно продавать? Что выгодно продавать? Продать хорошую деньги. Ну что, видите, все знает. Вам нужно выйти продавать. А что выгодно покупателю? Вот я покупатель, вам нужно меня опрашивать. И вам значит, а вот что для вас выгодно, если я покупатель? Вам не так вопросы ясно? Подешевле по возможности. Вот и все. То есть мы же интересуемся не тем, любит что человек, что, в чем он, или что его заинтересовало. Заинтересовало его, может быть, пальто, а заинтересовано в том, что это купить или нет. Это второй вопрос совсем другой. Что выгодно участникам производства? Экономические интересы, это такая характеристика, можете это записать, положение людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им выгодно в силу этого положения. То есть какие действия или изменения, я повторю, улучшают или ухудшают это положение и в каком месте. То есть экономический интерес и это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений. Объективная характеристика не вашей головы, а вашего положения. Система производственных отношений, которая показывает, какие действия или изменения выгодны участникам производственного общественного производства и в какой мере. А вот от того, в какой мере, мы имеем разные интересы, более сильные, более слабые. Они есть долгосрочные, есть краткосрочные и так далее. А пусть еще раз, пожалуйста. Экономический интерес – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, какие действия или изменения этим людям. Да, экономическое положение людей этим людям выгодны. И в какой мере, то есть какие действия изменения улучшают их положение, в какой степени? Ну, чтобы было раскрыто. Выгодно, значит, улучшает ваше положение. Невыгодно, значит, не улучшает. И ухудшает ваше положение. Так или не затрагивает ваше положение. Поэтому, если я хочу узнать, что будет происходить в истории, я должен знать тому, что выгодно. Но если я объективно лица, то это не из того, в каком они положении, это единицы вы берете. Ничего не вытекает, как они будут действовать. А вот если я хочу выяснить, что выгодно классу капиталистов, независимо от того, что есть Энгельс, который только рабочий класс, и независимо от того, что будет дворянский революционер или габристы, независимо от этого классу, скажем, капиталистов, что выгодно? Выгодно свой капитал, правильно? И, соответственно, если он придет и будет мне предлагать повысить ему зарплату, ну как-то... Товарищ не понимает.
что у меня выгодно. Что вы нам предлагаете? Если мы капиталисты, что вы говорите? Если мы, если я считаюсь капиталистом, а пока не самодержим, тогда да. А вот если я просто свои интересы осознал, а если хочешь осознать прибыль, я должен получать. Вот товарищ осознал, что он дистрибует больше, чем 15% прибыли давать. Будет деньги, что это не будет, не будет, не будет получить. Ничего. Не стал, не стал я получать, уволил его. А там вот соседка, вот она значит, это что-то. Не думай, Таня, о своем обогащении лично. Что за родину, что за родину. Что нам надо за родину? Капитал надо иметь. Там где капитал, там и родина. Как рассуждает в мире капитал, правильно? Но если я там больше получаю, то я пойду. И еду. Что, мало в Лондоне находится на Кабалах? А там судьба какая-то странная, как приедет. Уехал туда в Березовский, и вроде как отмотал себе шею, и сам же ей подвесил себя за эту шею, за этот шаг. В общем, темное дело, но не стало его. Или там еще были товарищи, которые работали в ФСБ, а потом изменили. Что-то с ними случилось, не знаю почему. Наверное, не надо, если ты чем-то кому-то служишь, бегать туда-сюда не надо. Хуже всех, когда человек попрекает по ним. Сегодня здесь, завтра там, вот таких избранных людей. Судьба их очень печальна. То есть, какие бы ни были там отдельные лица, какие бы ни были идеи, мы все идеи сводим в соответствующие группы. Есть идеи, которые отвечают интересам буржуазии, есть идеи, которые отвечают интересам рабочего класса. Независимо от того, понимает это рабочий класс, сейчас они не понимают, но они вот. Это выгодно рабочему классу, реализация этих идей. Или есть идеи, которые вроде как, если мы возьмем класс мелкой буржуазии, он и частный собственник, он же и трудящийся. Ему вроде как то, что в интересах рабочего класса выгодно, он и за это. А он хочет быть не просто мелким частным собственником, а настоящим собственником, стать большим, вырасти настоящим хозяином. Прикупить там земли, или прикупить заводик, или начать эксплуатировать. Поэтому у него идеи буржуазные прямо соседствуют. И вот некоторые партии, такие как КПРФ, они как раз содержат в себе и то, и другое. Они, если оценивать классовое содержание КПРФ, получается, что это партия мелкобуржуазная. А название коммунистическое. Ну, мы же не о названии говорим. Мы говорим о классовом содержании. Если я из-за буржуазию мелкую, ну мелко это скоро будет крупный, правильно? Возьмите вы там агитационный листок. Вот мы, значит, за свободу мелкую буржуазию. Хорошо, свободу на вас остаться, за свободу буржуазию. А что вы там говорите, против меня воевать будете? Не будете. А мы за трудящихся. Мы за рабочих. Мы за мелкую буржуазию. А что это мы вообще не буржуазию? Вот получилось. Не буржуазная партия и не пролетарская, а такая вот средняя. Это и есть буржуазная партия. Название в политике не значит ничего. Ну что означает у большевиков? Ну, название было вообще что такое российская социал-демократическая рабочая партия? Ничего. Правильно? То ли дело мы сэр, социалисты и революционеры. Во! Вот это да. И что? Если мы сэр, а ничего. А большевики взяли просто. Поэтому, или, допустим, как называлась фашистская партия? Национал-демократическая рабочая партия. Национал-демократическая рабочая партия Германии. Красивая. И социалистическая есть. У нас же есть национал-большевики. Они что, хотят напомнить, что это? Национал-большевики, что это такое? И, между прочим, у них вот серп и молот такие, на белом черные, напоминают эти не серп и молот, а свастика. Хотя рисунок совсем другой. То есть, когда вы попадаете в сферу политики, то никогда по картинкам судите по названию, судить нельзя. А как нам судить? Ну, по делам надо, по политическим событиям, по тому, на какой позиции они стоят, какой план защищают, интересы какого класса выражают. Короче говоря, вот это вот то, что разработали Маркс и Энгельс, и поставили тем самым на научную основу
научное исследование истории человечества, то есть исследование общества и его развития. Вот почему мы должны сказать, что вот такой прошел период революционной философии, в том смысле, что от идеализма до после еще перешли к материализму, от материализма созерцательного Фейербаховского перешли к диалектическому материализму, а диалектический материализм доразвили до материализма исторического. Ну а остались концепции идеалистические, которые тоже применяются в историческом исследовании. Остались. Есть у нас, скажем, в институте философии концепции идеалистические, пожалуйста, много. Я своим коллегам говорю, вот, ну что, вот вы бы вышли сюда и сказали, я применяю к истории идеализм. Я исторический идеалист. Вы вот применяете идеализм к истории, но вот я не увидел того, ни одного. Как-то вы стесняетесь, что ли? Чего стесняться? Ну, я применяю исторический идеализм, вы применяете исторический идеализм. Давайте дружим. Не хотят сказать. Ну, не хотят. Чего-то стесняются. Ну, потому что исторический идеализм себя изжил. Поэтому применяют, но... А применяет почему? Не потому, что, может, любит, а потому, что если диалектику не изучили, то без диалектики никакого исторического исследования не получится. А чтобы диалектику изучить, нужно преодолеть вот эту горную вершину, как, то есть этот вот хребет. То есть науку логики Гегеля. Много вы знаете людей, которые изучают науку логики Гегеля? Задавите мне, пожалуйста. Михаил Васильевич Попов. Еще какие будут? Раз-два я общался, да? Вот. А поскольку раз-два я общался, поэтому нельзя сказать, что это вот люди плохие. Почему плохие? Ну, не освоили. Не всем по зубам. Не всем по зубам. А те, кто изучает, ну, это еще изучают, долго будут изучать. Это с одной стороны и необходимость, с другой стороны, это не быстро получается. Но и даже на половине пути, или на третьей части пути, или на четвертой, на десятой, человек, встав на этот путь, он уже пытается быть идеалистическим материалистом и историческим материалистом, и тогда он может в истории делать открытие. А если я буду описывать, что в этом монастыре в таком-то году такие-то монахи переписывали такие-то свитки, а вот такие-то люди пользовались такими-то кувшинами в таком-то году, вот, а потом и вот такими-то ножами каменными, а потом бронзовыми, потом железными. И будет это, что описательный, в лучшем случае описательный фейербаховский материализм. Это совсем не то. Это не диалектический материализм, а и исторический. Вот по этому поводу есть такая самая поздняя работа из философских у Ленина, которая, а Ленин это единственный руководитель единственного государства, который основывал идеологию на диалектическом материализме, и который знал и понимал науку логики Гегеля. Кого-нибудь можете, кроме Ленина, назвать? Никого. А? Кого? Мало, разве нет? Не знаю. Я думаю, что нет. Я думаю, что вот я думаю, что это вот люди, которые изучали в известном смысле по работам Маркс и Энгельс и Ленина изучали вот то, что они делали. А вот то, чтобы они напрямую делали, а Ленин же прямо призывал, что надо непосредственно изучать науку логики Гегеля. Где? В статье о значении воинствующего материализма. Что? Ленин говорит, что если мы не станем кружком любителей гегельской диалектики, если мы не будем применять открытый марксистско-энгельсовский материализм, теоретический, к вопросам истории, если мы этого не будем делать, то наш материализм будет не сражающимся, а сражаемым. И мы не сможем устоять перед натиском реакции и лжи. Вот недавно один из тех товарищей, который наше здание охраняет, принес мне книжку о значении воинствующего материализма 1922 года издания, третий выпуск как раз.
Сборник «Под знаменем марксизма». Книжка называется «Под знаменем марксизма». Третий выпуск. Ну и я, чтобы оно было не достижением одного человека, я попросил товарищей Московского отделения Фонда рабочей академии вывесить это на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии, и товарищи вывесили. Вы зайдете на главную страницу, а там вот прямо работа вот этого древнего издания, уже достаточно 22-го года, висит, и, пожалуйста, текст можно читать. Ну, конечно, можно прочитать и полное собрание сочинений, но важно, что это вот была отдельная работа, и это было специальное обращение, и смысл его был такой, это философское завещание Ленина тем, кто будет после него. Но все как-то не досуг читать нам уголовки. А потом мы собираем осколки Советского Союза, потому что не устояли от натиска реакции души. Ну, так же не бывает. Ну, это если вы сознательно управляемое хозяйство, какое же требование предъявляется высокое к сознанию, правильно? Большое. Вы летите на самолете, и вы летчик, а вы не знаете, а у вас что-то слабо с пониманием того, куда лететь и как лететь, и что будет. У вас прекрасный самолет, этот самолет может врезаться в гору и все. Помните, был первый, один из первых суперджетов, в Индонезии был на испытании. И вот сидел этот летчик и разговаривал с тем, кто потенциальным покупателем. Вот они так, наверное, активно разговаривали, беседовали хорошо, раз и в голову. И как-то после этого здорово затормозилось вообще движение дальше. А так, ну, все было хорошо. И покупать стали хуже, потому что, ну, что это, первый самолет уже потерпел крушение. А разве дело в самолете было? А было дело вот это. Ну вот, то, что я говорил доселе, это означает, что произошла целая революция философии и современной философии. А вот так у нас поставлен вопрос, что есть современная философия? Современная философия – это диалектический, исторический материализм. Из этого не следует, что это единственное течение, которое сейчас присутствует. Присутствуют всякие боковые, повторения того, что было раньше, какие-то добавления к тому, что было раньше, какие-то, значит, работы, которые так или иначе тоже отражают действительность, но они никакой серьезной системы не образуют, и поэтому ничего нет. Единственная система, которая может конкурировать с марксизмом как мировоззрение, это что? Это религия. Она отвечает на все вопросы. Спросите меня, почему это происходит? То, что происходит. Воля Божья. Да, вот правильный ответ. И на все вопросы. А потом, как вам хорошо? Я как-то вот шел по Невскому, а мне раз и книжку кто-то из тех, кто ходит у нас из других государств и распространяет книжечки по христианству. И я открываю листа и говорит, вот, Бог думает о вас, Бог знает вас, у него есть хороший план в вашей жизни. Думаю, как вот приятно. Вот там идешь, да, кто-то один, одна, а тут там есть люди, а вас думают. Причем на небеса так хорошо стало, тепло так. Вот так и хочется поверить. Я вот за всех сил стал верить, и ничего не получилось. Ну, старался. А то однажды у меня такая была история. Свидетель Иегова приходит в Ульяновку, где мы на общественных началах ремонтируем музей Ульянов-Елизаров. Заодно и дом, в котором Путина пионер принимал. Ульяновское шоссе 20/60. Кто хочет пойти и поучаствовать, пожалуйста, последнюю субботу каждого месяца обращаться ко мне. И вот, оказывается, пришли эти самые свидетели Иеговы с книгами такими, они ходят за них, много литературы. А вы знаете, на Коломяжском шоссе дворец целый написано свидетели Иеговы. Серьезное учреждение. И вот они пошли и приставали к нашим работникам, а они их посылают ко мне. Дескать, вот Михаил Васильевич, он Библию прочитал, иди к нему. Вот они ко мне и пришли. Пришли две тетеньки с книгами. Михаил Васильевич, а вы
Правда, что Библию читали? Конечно. Ну и как? Ой, боже, какая книга интересная. Полезная? Невозможно какая. Там история изложена. Это вообще памятник вообще. Исторический, литературный. Я говорю, а вы кто такие? А мы, говорит, свидетели Иеговы. Че, вы видели его? Они говорят, нет. Ну какие же, говорю, свидетели? Вы же уже свидетели. Вы что, пришли сюда? Идите отсюда. Они книжки в охапку и бежать. Как это свидетели они? Свидетели кто? Если видел, вот я вот вас вижу, я свидетель могу. А если я там в коридоре, а вы меня не видели, какой же вы свидетель? Все, уже вы не свидетель. Вот даю. И это же целые и люди морочат голову. Хотя у Гегеля сказано, что есть три формы постижения мира. Феноменология духа написана. Религиозная, то есть, как бы вы свою земную жизнь, так сказать, выражаете, что она на небесах. Фантастическое выражение мира, правильно? Ну, человек фантазия. Фантазия, это плохо. Но вы придумали себе. Вот о вас там сердоводство. Хорошо же. Вот, например, астрологи придумали, что звезда есть ваша. $200 заплатить, они вам объяснят, какая звезда, и покажут. Есть программа компьютерная, так сказать, все это вот, звездного неба, и там укажут, где ваша звезда, и подпись, ваша фамилия поставите. И вам уже как-то... Я не новый, земля. Правда? Во Вселенной один, вы затеряетесь. А так что есть звезда ваша, хорошо. Или... Почему-то говорят, так сказать, преподобный там Николай или Михаил. Что значит преподобный? Если один треугольник другому подобен, то и обратно верно, правильно? То есть кто кому подобен? Я подобен ему или он подобен мне? Почему все, которые на небе, так похожи на земных людей? Особенно вот эта мать с ребенком. Мы точно были, это молодая мама, правда? Коляски только нет. А все она вот на руках носит. Вот могли бы, да, ну не могли делать коляски тогда, люльки были. Поэтому так и изображается. Но во всяком случае, на любой вопрос, у религии есть ответ. А если вы какой-нибудь заговористый вопрос задаете, скажете мне, это не ваше дело, а дело Бога ваше. А нечего такие вопросы задавать. А в общем, лично вы можете задать вопрос. Это, правда, администрация президента письмо пришлет, если письмо дадите. А тут запрос вы посылаете, и он сам решит, отвечать вам или нет. Может быть, он вас молнией разразит, поразит, когда такие вопросы не задавал. Пойдете по полю, раз, и вас нету. Отвлекаете от серьезных дел. Всякими глупыми вопросами. Короче говоря, религия – великое дело. Она сразу переводит все стрелки в другую сторону еще. Но ну, были такие люди, и все свои пытатели, как Леонард Эйлер, великий математик, которые специально эту проблему обсуждали, что вот мы когда творим, мы и не думаем, что там Бог нам сказал. Бог не собирается за нас нашу работу делать. Он нам дал самостоятельно. Поэтому мы свободно творим, а Бог нас вот как бы поощряет. Чтобы вы открытие делали. А вы что думаете, за вас будет делать Бог открытие? Ну, вы строили здорово. Сами делаете открытие, если вы ученый. И все, и так сказать, ученые с ним разделили все хорошо. И говорит, вот с Божьей помощью мы открыли закон какой-то. А с Божьей помощью что только не откроешь. Правда? А если у вас не получилось, что надо сказать? В чем дело? Это про вас такой анекдот есть, как брал один на работу и говорит, сколько выпить, сколько ты пьешь, пью, сколько выпьешь, ну не знаю, не знаешь, не беру. Второго говорит, ты пьешь, пью, сколько, говорит, ведро беру. А почему? А потому что норму знает, а первый он нормы не знал. Вот товарищ знает норму, 300 тысяч, все. Я его сразу взял. А там началось какое-то... Они договорились между собой, кто меньше даст, что ли, я не знаю. Так, ну вот. В то же время, значит,
Когда появилась философия марксизма, развитие других концепций или течений не остановилось. Вот и рационалистическая философия была 19 века. Позитивизм, который как бы похож на материализм, дескать, давайте брать то, что есть. Позитивизм. Будем брать. Не будем особенно задумываться на тему, а что это есть, в сущность не будем входить и так далее. Огюст Конт. Феноменология. Вот если вы возьмете учение о сущности, там вы найдете раздел «Явления». В переводе на иностранный русский язык явление будет как феномен. Человек с феном. И вот эта феноменология, это вырванная одна категория, и с этой одной категории ходят как с писаной торбой. А когда она вырвана из общей системы, она превращается из явления во что? В бытие. Она есть, есть, но она уже не явление. И поэтому она ложная получается по конструкции. Потому что если она в системе, то вот вы доходите до сущности. Сущность, она проявляется двояко, и как закон, и как явление. Вот на этом этапе. А если вы выскочили, вытащили явление, что же это явление? Нету закона, нету сущности. Ну и поэтому она вот с одной стороны прошумела у нас довольно сильно, а сейчас как-то она совсем ослабела, и, так сказать, его активных деятелей-то и не видно. Герменевтика – это искусство понимания. О! О! Гегель думал, что есть вот постижение в образах, а есть постижение в понятиях. А это вот сразу… Все-таки это искусство же. Вот у нас искусство. Искусство понимания. Но искусство же. Предмет-то какой? Искусство. Герменевтика отвечает на вопрос, как возможно. Что значит какое? Написано искусство понимания. Вы чего мне хотите доказывать? Искусство, я знаю, что такое искусство. Искусство – это постижение в образах. У нас два факультета. Один Гергий возглавляет, а второй мой дипломник Гудрин. Факультет свободных наук и искусств. Туда надо идти. А здесь я что делаю? То есть понятия не трогают, а берут искусство понимания. Я так понимаю, вы так понимаете. Вот для того, чтобы у нас не было разного понимания, вот вы меня спрашивали, а как точно записали? Вот экономические интересы. Надо правильно читать и правильно записывать, давать точные определения. Что значит искусство понимания? Что хочу, то и врачу. Я хочу так повернуть, хочу так. Вот вы хотели сначала производство хотеть, искусством понимания. Хотели нас тут запутать. Что, дескать, производство – это и так можно понимать, и так, и вот так, и близко, и близенько, и низенько. Дважды два – это 2,7, то ли 3,5, то ли 4,2. Но это не наука. Науки такого нет. Что значит искусство? Наука – это наука, а искусство – это искусство. Не надо путать Божий дар с яичницей. Ну, путают. Или есть экзистенционализм. Что такое экзистенционализм? Что такое «экзист» в переводе на русский язык? Существование. Берем опять, значит, как вот оценить такую концепцию? Надо взять более всеобъемлющую теорию. В концепции Гегеля, в науке логики есть учение о сущности. Книга вторая, том первый. В книге второй есть существование, потом идет явление, которое выдрали и сделали из него феноменологию. Всегда есть большой системы, если большой у вас шкаф, то можно пальто повытаскивать и по отдельности носить. А раньше был гардероб. Ну, Гегель же умер, поэтому можно его, значит, растаскивать, имущество, и выставлять как отдельные какие-то концепции на продажу. И вот есть существование, за ним идет явление, за явлением идет действительность, потом идет субстанция. Выдернем теперь, явление уже выдергивали, давайте выдернем теперь существование. Ну и а если вы выдернете существование, оно уже не существование. У Гегеля существованием что называется? Такое бытие, которая является бытием при определенных условиях и на известном основании. То есть, если вы не показываете это вот бытие, как находящееся на определенном основании, при определенных условиях, про которое можно сказать так, как Гегель пишет, когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Все это дело вы потрошили, выкинули, взяли это голое существование и говорят, это экзистенциализм. То есть вы не живете, а существуете. Вы согласны? Ну, ради этой жизни. Можно и согласиться теперь. Существование. То это я вот еле-еле существую. Поэтому какого-то такого прогресса здесь, вот с точки зрения современной,
науки. Современно мы называем не то, что в этом году издали, а то, что является продвижением вперед вот на том направлении, на котором достигнут выдающиеся успехи. Никакого продвижения вперед тут нету. Это вот, ну там есть, конечно, какие-то мысли, да, правильные. А назовите мне какую-нибудь концепцию, в которой бы не было каких-нибудь правильных мыслей. Нет таких. Поэтому это не значит, что там все неправильно. Я вовсе такое не предлагаю думать. Но просто мы сейчас критерии поставили, что является развитием дальнейшим, а что является или топтанием на месте, или разграблением гегелевского имущества, поскольку человек умер, и в доме никто не живет, то и растаскивай все по частям, по категориям. Ну вот, что можно сказать про иррационалистическую философию XIX века. Это, прежде всего, личность Зигмунда Фрейда. 1856-1939, даже он захватывает и 20 век, австрийского врача и психолога, основоположника психоанализа. Фрейд приходил к понятию бессознательного, которое является глубинной реальностью и основой психического. Что значит глубинный? В каком смысле глубинный? Ну, основой психического или основой сознательного? Это разные вещи, правда? То есть психика – один и тот же человек с одними и теми же понятиями. Может быть, с одной психикой есть другой. Есть холерик, есть флегматик. Да? Есть разные типы психики. Один быстро думает и ничего сильно не придумывает, а другой – тугодум, но может что-нибудь серьезное придумать. То есть это отличается. Психика на все влияет. Но психика – это одно, а знание – это другое. И тут путать психику и философию не следует. Поэтому то, что это явление определенное психологическое, и в психологии там есть по этому поводу определенные развития, это да. Ну а что это дает нам для философии? Что это дает? Вот Фрейд пришел к выводу, что пространство психики включает три инстанции – бессознательное, предсознательное и сознание. Ну, включает, и что? То есть это описание. Да, включает. Никто спорить не будет. Включает. Кто будет спорить, что есть бред сознательный, бред несознательный и сознательный. Вот сны, например. Вот смотришь их, ну, прям как наяву. Ну, когда вы проснулись, вы же понимаете, что это вот это в вашем же мозгу было, и это не было сознательным, потому что вы в это время спали, а сон-то был, и снилось вам, что вы полностью изучили науку логики Гегеля. А проснулись, а у вас только учение о бытии еще пока идет. Есть разница? Поэтому сказать, что это, так сказать, неправильно или неверно, я бы так не говорил. Вот. Фрейд доказал, что бессознательное наделено своими собственными свойствами. А все наделено своими? Не наделено, а просто имеет свойства. Кто это наделено? Кто наделил? Сразу, если наделено, значит, это вроде как кто-то наделил. Есть люди, которые там сидят и наделяют. Вас наделили способностью, вам вас не наделили. Нет, вас наделили, вас не наделили. Что это такое за выражение? В нем, в этом бессознательном, сосредоточены, унаследованные психические образования. Никто не будет аналогичны инстинкту животных. Кто будет спорить, раз мы все произошли от животных и сейчас животные? Будете спорить? Не будем. Не надо спорить. А также все то, что было вытеснено в течение жизни индивида, как недопустимо по своей природе, а по сути ничем не отличающееся от унаследованного. Что-то вытеснено. Куда вытеснено? Из сознательного в бессознательное. Забыли, оно где-то осталось у вас. И вдруг иногда вспоминаете что-нибудь, да? Вспоминаете совершенно ясно и ярко. Бывает такое. Предсознательное является посредником между сознанием и бессознательным. Ну, например, с позиции гегелевской философии всем ясно, что граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Поэтому таких границ, которые просто резко отделены и не связаны с тем, что они разделяют, просто нету. Вот лекция нас с вами соединяет или разделяет? Соединяет. Во-первых, она нас соединяет. Потому что если мы присутствуем на лекции, я присутствую в качестве преподавателя, вы в качестве слушателя, это единое наше общее дело. Вы вопросы задаете, я к вам вопросы обращаю. Вот. И это лекция для этой аудитории, а не для какой-то другой, для которой я сейчас не читаю. С другой стороны, нас разделяет, а вы слушатели, а я преподаватель.
То есть она нас соединяет и разделяет, и прямо подпадает под определение границы. И если Фрейд правильно применяет это определение, ну, он достаточно грамотный, когда он говорит, что если есть сознательное, и если есть несознательное, значит, есть предсознательное, то, что связывает между собой. Вроде это еще не сознание, хотя актуализация воспоминаний может сделать их осознанными, но и не бессознательными, так как оно не отделено от последнего цензуры, барьером вытеснения. Позднее Фрейд сформулировал принцип удовольствия, которому подчиняется деятельность бессознательного. Ну, наверное, принцип удовольствия для животных подходящий, правильно? Если мы в животное начало в себе наблюдаем какое-то, ну, мы наблюдаем то, что характерно вообще для животных, правильно? Если вам будет больно, вы вскрикнете, ударите собаку, она тоже залает. Что тут такого особенного? Ничего тут особенного человеческого нет. Принцип реальности, которым руководствуется предсознательность. Образуется реальность внешнего мира, предсознательное сопротивляется социальным, сексуальным, эгоистическим желаниям, инстинктам, стремящимся проникнуть в сознание и вытесняет их обратно в бессознательное. Ну а что мы говорим, только человек есть продукт обстоятельств и воспитания. А в чем состоит воспитание? Воспитание состоит в том, как себя вести в обществе, правильно? И мы, конечно, такие красивые слова не употребляем, сознательно, бессознательно, вытеснять. Ну, воспитание создаешь, это не надо делать. Если у вас такая мысль пришла, что вы хотите меня сейчас съесть, не надо даже об этом и заявлять. Закончится лекция, подходите, съедайте. А сейчас-то что вы об этом подумали? То есть, ну, понятно, что человек что-то он излагает. Во-первых, не все надо излагать, что ты думаешь. Есть такая поговорка, когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. Это для эпохи гласности очень важно. Вот вы под запись, если говорите, вот если вы под запись говорите, так вы думаете, что вы говорите? Он скажет, а я случайно. Как случайно, когда вот записывают? Как случайно? Если вы хотите привыкнуть, держать себя в известных рамках, не надо прятаться от того, кто записывает. Это люди, которые делают протокол того, что вы делаете. Это наши помощники. Вот есть такое издание, называется «Биографическая хроника» Ленина. 12 томов. Издание Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Вот в какую минуту, и когда, и куда, кому Ленин заходил, кому писал, когда возвращался, и так вся жизнь расписана. 12 томах. Кто сделал этот материал первичный, как вы думаете? Ну, Институт марксизма-ленинизма издал. Но не было тогда Института марксизма-ленинизма, когда Ленин там из Швейцарии переезжал во Францию, из Франции он посылал какие-то письма, материалы. Ездил в библиотеку, делал то, делал все, встречался с товарищами, с заграничным бюро, с КРДРП и так далее, выступал. Кто это мог записать? Сам Ленин. Про Ленина. Ленина, все про Ленина. Все про Ленина. 12 томов таких. Биографическая хроника, вот для интереса возьмите в библиотеке большой, посмотрите, очень интересно. Полистайте там, ну что, читать не обязательно, а полистать-то интересно. Может, про вас уже пишут такую биографическую хронику. Есть люди, которые про вас хронику пишут. Кто? Ну, кто сделал? Его современники. А? Соратники его современники. Ну, прямо соратники, от них не дождешься. Соратники ничего про вас записывать не будут. Нет, у нас соратники записывают кое-что. Но вообще-то это делала царская охранка. За что я Институт марксизма-ленинизма премного обязан. Ну, порядка нет у революционеров, они какие-то протоколы писать, надо туда идти, надо сюда идти, надо это делать, то делать. А тут люди сидят и скрупулезно записывают, вот этот товарищ отказался от большой суммы денег, а этот товарищ не отказался от этой суммы денег. Вот эти два товарища привели недостаточную глубину понимания сути капитализма, а этот товарищ пойдет далеко и записывает. Это ж хорошо. Вы что-то делаете, а есть еще люди, которые записывают, что вы делаете. Это же здорово. А некоторые говорят, ой, не надо только меня записывать. А что вы собираетесь говорить? Что-то сумасшедшее, что ли? Что вы такое собираетесь сказать? Что такое вы можете сказать, что нельзя записывать? Тем более сейчас ну, то, что записывают, дают в интернет, это уму непостижимо. Правильно? Ну, там все говорят. Ну, чего такого уж можно такое сказать-то? Странный этот испуг такой. Наоборот, надо тренироваться. Послушай, один раз послушаешь, думаешь, это надо подправить, то надо подправить, это неудачно, там глупость сказал. Бывает же, что глупость скажет, или нет? Или у вас не бывает? У меня бывает.
Ну тут надо, чтобы это видна была глупость, иначе ее не исправишь. Надо записывать. А так вот не все записываешь. Так что вот это вот надо тоже иметь в виду. Так что ничего такого в этом смысле не хорошего или неправильного я бы не сказал про Фрейда. Все это правильно. Вот. Насчет принципа удовольствия, ну, может быть, это чрезмерно, что тут упорно именно удовольствие здесь. Потому что человек живет в обществе, и он согласовывает свои действия во многом с обществом. В том числе, не как он этот самый... Сказать, что этому подчиняется деятельность бессознательно только удовольствием, вряд ли. Бессознательно она тоже может подчиняться и каким-то другим общественным принципам, не только принципу удовольствия. Но если есть в человеке животное начало, оно тоже есть, оно тоже себя проявляет. Правильно? Да. Сообразуясь с реальностью внешнего мира, предсознательное сопротивляется асоциальным, сексуальным, эгоистическим желаниям и инстинктам, стремящимся проникнуть в сознание, и вытесняет их обратно в бессознательное. У кого вытесняет, у кого не вытесняет. Это все по-разному, и в разное время, и в разные эпохи. В начале 20-х годов теория личности Фрейда находит завершение в том виде, в каком она получила распространение и стала основой для более поздних исследователей психоанализа. Пространство психики стало иметь следующую структуру – «я», «сверх-я», «оно», сознательное «я». И является как бы полем борьбы двух сил – «оно», исходящее из биологической сферы влечения, и «сверх-я», установок общества. А почему оно «сверх-я»? Разве «я» – это не человек? А человек не есть сущность его, разве это не сущность человека не общественная? Поэтому это не как раз не сверх-я, это есть его действительное «я», как сказал бы Гегель и как бы сказал Маркс. Ну, так называется у Фрейда. В 11-13 годах разногласия в психоаналитическом движении приводят Фрейда к разрыву с ближайшими учениками Адлером и Юнгом. Ну вот, так сказать, такое явление было, интересное само по себе. Оно никакое, так сказать, какого-то другого направления философии не задало. Оно, так сказать, больше относится к чему? К психологии. Или на границе психологии и философии. Ну, если есть психология и есть философия, то пограничные есть какие-то вопросы? Есть? Конечно, есть. Безусловно. Это же не так, что вот одно отделено от другого каменной стеной или железной стеной. Вот теперь позитивизм, феноменология и экзистенциализм. Мы об этом уже говорили. Позитивизм – философское направление, основанное на принципе, что подлинное положительное знание может быть получено лишь в результате отдельных конкретных наук и их синтетического объединения. А философия, как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. Создателем позитивизма явился французский ученый Огюст Конт. И первая классическая форма позитивизма представлена также именами Милля и Спенсера. Ну что, что-то есть хорошее в этой концепции, да? А хорошее то, что она поощряет представителей естественных наук, вы давайте творите, не надейтесь на философию. Это хорошо. А что есть тут отрицательного? Отрицательно то, что она понимает философию как любомудрие. Что вроде тут это не наука, а вот вы любите порассуждать. Вот вам такая наука. И вот вы сядете на заваленке и будете ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, а вас будут слушать, а вы будете говорить любомудрие. А на самом деле наука, философия давно уже стала наукой. Это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. И ни одна конкретная наука вывести эти всеобщие законы не может. Хотя философия, конечно, опирается на данные и естественных наук. Правильно? Тем более материалистическая обязательно опирается на них. Неопозитивизм возник на основе венского кружка Карнап, Нейрат, Франк, Рейхенбах и другие. Потом появился постпозитивизм – это общий термин для обозначения ряда современных западных философских течений, возникших в 50-е и 70-е годы XX века в результате критики и ревизии неопозитивизма. К основным представителям неопозитивизма можно отнести Поппера, Куна, Лакатоса, Фейербинда и Коэна.
Вот экзистенциализм, о котором мы уже говорили с вами, возник накануне Первой мировой войны. Его представители в Германии – Ясперс, Хайдеггер, во Франции – Сартр, Камю, Бувуар. В нем различают религиозное и атеистическое направление. Вот интересное учение получается. Атеистическое направление – материалистическое, значит, религиозное – наоборот – идеалистическое, и они собираются в одном направлении. Ясно, что это уже наука не получится как единая наука, потому что она, так сказать, пытается соединить две совершенно несовместимые философии. Так, своими предшественниками экзистенциалисты называют Паскаля, Киркегора, Унамуна, Достоевского и Ницше. Ну вот посмотрите, здесь предшественники попадают и не философы, а писатели, которые, в общем, можно сказать, что они думают, писатели, все писатели о чем-то думают. Вот и Лев Толстой тоже думал, и вот Ленин его так оценивал, что он вообще глыба, матерый человечище, что он первый крестьянин, так сказать, в литературе в нашей, и в то же время, какая у него философия? Философия помещика, геройствующего во Христе. Поэтому крупный писатель совсем не означает, что он великий философ. Ну, какая такая великая философия у Достоевского? Ну, никакой такой великой философии у Достоевского нет. А если кто знает, пусть расскажет. Но, так сказать, вот называют фамилии, как бы, как поддержать направление? Вы взять туда, приписать разных людей, которых уже нет, и как бы они своим авторитетом поддерживают это направление. Бытие, согласно экзистенциализму, не есть ни эмпирическая, ни теоретическая реальность. Оно не выступает и как некая умопостигаемая сущность. Ну вот приехали и к тому, что это умом постигнуть нельзя. Ну раз умом постигнуть нельзя, то можно писать все, что угодно. И вот все, что это угодно, существует. И в этом смысле эта вот концепция позволяет собирать всякие противоположные, нестройные, несистематизированные взгляды. Постигнуть бытие можно только интуитивно, вжившись, вчувствовавшись в него. Вот я вчувствовался в этот материал, а вы не вчувствовались. Поэтому у меня вот я миллиардер, а вы только 300 тысяч получаете в месяц. Поняли разницу? Вот в чем дело. То есть этим можно объяснить все, что угодно. Вы вчувствовались, я не вчувствовался. Только тогда оно становится бытием человека. Хотя бытие человека не зависит от моих чувств. В центре философии экзистенциализма лежит проблема человеческой свободы. Свобода, согласно экзистенциалистам, состоит в раскрытии природных задатков человека, в его раскрепощении, в развитии его сущностных сил. Ну, это вроде неплохо, да? Раскрепощение человека, развитие его сущностных сил. Человек свободен в том смысле, что он сам желает, намеревается проецировать свое бытие и себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности. А это мы уже заехали куда? В произвол. Если я ничем не руководствуюсь, кроме собственной субъективности, то я могу встать на позицию крайнего субъективизма, а позиция крайнего субъективизма приведет меня к произволу. Что хочу, то и делаю. Так? В чем? А что такое свобода? Это мало кто знает. Некоторые, опираясь на традиции гегелевские, говорят, свобода – это осознанная необходимость. И Энгельс это говорит. Но если на эту точку зрения встать, то получаются такие вот противоречия с применением этого понимания свободы. Представьте себе, что я украл 100 тысяч рублей. Но меня все равно посадили на 7 лет. Сидел я первые 2 года. Сейчас у нас долго не сидят. Пол срока посидишь, и начинают уже условно-досрочное освобождение оформлять. Ну, сразу бы и давали тогда. Короче говоря, через 2 года я понял, что нехорошо воровать, что я был неправ, что я совершил преступление, что меня правильно посадили. То есть я осознал необходимость. И теперь мне еще 5 лет надо сидеть свободно теперь. Правильно? Раз меня на 7 лет посадили, я уже осознал.
если это осознанная необходимость. Поэтому, когда говорят, что свобода – это осознанная необходимость, это не определение свободы, это ее суждение о свободе. Конечно, свобода, если я свободен, я осознаю ее необходимость. Я еще осознаю, что если я свободен, то это вовсе не значит, что я должен прыгать из окна. Я осознаю, что есть закон тяготения, и согласно закону тяготения я могу сломать себе шею или ноги. В зависимости от того, как буду прыгать, как говорится, головой вниз или ногами. Поэтому есть другое суждение, которое является определением, согласно Марксу. Свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием, делом. Вот здесь входит это осознание необходимости, потому что я должен знать, что я вот если пойду вот туда, то я упрусь в стену. Но если у меня граната, то я, может быть, и пройду. А вот, но это еще не свобода, а свобода – это господство над обстоятельствами. Если надо мной господство обстоятельства, я ничего не решаю. Все определяется тем, в какие обстоятельства я попал, и я вынужден так действовать. И как будто меня кто-то вот ведет, и я ничего не могу сделать из того, что способствует моему развитию, моему обогащению моего внутреннего мира и так далее. Поэтому свобода, конечно, не абсолютное господство над обстоятельствами, а господство над обстоятельствами – сознанием дела. Конечно, не отменяются ни электрические законы, не надо. Вот если вы свободны, и у вас есть особенно освободившаяся от крышки розетка, то не надо пальцы так вот туда вот засовывать. То есть это вы, конечно, можете сделать, но ничего хорошего от этого не получится. Поэтому подумайте для себя занятия более достойные. Вот и все. И вот здесь уже свобода. А то, что пропагандируют представители экзистенциализма, связано с этим вырыванием. Они вырвали это существование, оно уже не в связи с другими категориями. А раз оно не в связи, то оно где-то вот оно совпадает с правильным пониманием и направлением. А в некоторых пунктах оно вот приводит к тому же самому произволу, который является скорее отрицательным явлением, чем явлением положительным. Свобода становится формой проявления крайнего индивидуализма, и такое понимание свободы приводит к тому, что свобода становится своеобразным бременем. Бременем является и выбор. Человек может отказаться от свободы, перестать быть самим собой, стать как все. Но этот отказ происходит вместе с отказом себя как личности, от себя. Экзистенциализм отрицательно относится к разным формам коллективности. То есть в этом смысле он противостоит сущностной природе человека. Все это ложное, дескать, а не подлинное бытие. Мнимым является человеческое общение. Не ходите на лекции, нечего общаться, нечего заниматься. И экзамены не сдавайте. И выставлю я вам двойки, и уйдете вы отсюда из университета. И сразу станете экзистенциализмом. Будете существовать. Где существовать – это ваше дело. Это индивидуальный выбор. И все это вот рассыпается. То есть это поддерживает, эта философия поддерживает те тенденции, которые и так есть в жизни, негативные. И она их красиво оформляет. Но как сейчас дальше вообще пошла наша реальность. У нас сегодня, значит, создают целые группы в интернете детского суицида, и уже десятки погибли молодых людей. Причем они погибли не так, что кто-то брал их, душил их, или тащил, или резал, или убивал. Нет. Им писали, им картинки слали, их подготавливали, на них воздействовали, влияли. А для этого им, так сказать, добились того, чтобы родители всем купили средства этого влияния, и чтобы они от них не отвлекались, чтобы они были в них все время с ними, и чтобы они постоянно на них воздействовали. В итоге раз, сейчас у нас наши крупное подразделение ФСБ в Санкт-Петербурге занималось вот этими организациями самоубийств подростков. И оказалось, что кроме российских граждан, которые вычислены все-таки и нашли, и они будут отвечать в суде, еще и нашлись и граждане украинские, которые вне досягаемости нашей судебно-следственной системы. То есть люди при нынешней ситуации из-за границы могут заниматься умерщвлением представителей молодого поколения. Это свобода. Вот в свое время, когда формулировалась цель социалистического производства, вот Ленин при разработке еще
первой программы партии говорил, что цель должна быть не просто удовлетворение нужд общества. Ну, кто-то в этом нуждается. Вот им нравится, что они вот людьми управляют, детьми. Что он там, он в 7 классе девочка, а она, значит, такая у себя неприметная, а в интернете она начальница царица с соответствующим ником, и она вот людям прямо даты назначает, когда у них будет самоубийство. И прокручивает, чтобы это было как ближе к реальности, вот как вот экзистенциализм учит. Вот вам показывает, как вот это было совершено, а потом вроде как обратно открутили. Ну, как бывает во всех играх, раз – открутили, а в жизни только раз – и уже не открутишь. И это, к сожалению, не какое-то там, ну, можно сказать, исключение. Это сейчас вот беда, которая поразила наше общество. И нам приходится искать средства борьбы с этой самой бедой. Ну и с такими вещами можно бороться только на дальних подступах. Потому что надо поставить, в чем состоит вот свободная свобода. В том, чтобы производство велось, уже изначальное производство в целях обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А не в целях того, чтобы каждый человек, подвергаясь тем страстям и тем мыслям, на которые его толкнули извне, в том числе с помощью самых новейших средств интернета, с помощью низменных каких-то мыслей и приемов, вот если мы от этого людей не освободим, то они будут не просто жертвами в таком в плане, что медленно развивается, а жертвами в самом буквальном смысле. Сколько уже сделали селфи, и на это была последняя фотография, и в этом смысле они им лучше, чем нам. Мы потом фотографии у нас будут более пожилые, а у них все фотографии молодых. Все время вечно молодые. Так что существует очень тесная связь между философскими концепциями, которые так или иначе настраивают человека. Он погрузился в эту концепции. Он настроен не на развитие всего общества и всех членов общества, а на то, чтобы поднимать эти так самые глубинные, значит, животные, в том числе чувства, и чувство страха использовать, и чувство интереса к чему-то ужасному и так далее. То есть из-под глубин подсознательного, опираясь на то, что, дескать, вот есть такое подсознательное, с ним борется сознательное и так далее. Но об этом уже дальше, в следующий раз. На этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо за внимание.